получит, а теперь у меня сгниет вся клубника, которую, собственно, гастарбайтеры собирают в Украине. Да, они там теряют. Потому что поляки почему-то сами свою клубнику собирать не хотят за эти деньги. Это вообще не дело шляхтичи, знаешь, клубнику собирать. Давай, пусть. Соседнего государства. Интересно, кстати, что соседнее государство это воспринимают как повод для гостя. Видите, как на сцене в Европе. Нас нету и клубнику.